Кызылкуп мангостау. Мангостау переводится вечное кочевничество. Менге это вечность, тысячелетие. И вот эти сакральные, прекрасные места, таких гор, известняк, они были уже миллионы лет. Кызылкуп. Вчера была очень сильная пыльная буря. Сегодня нам повезло. Пыльная буря закончилась, и она изменила цвет и рельеф этих гор. То есть, как бы, здесь у нас три цвета, получается. Если присмотреться, кремовый, бежевый и розовый. Вот так красиво. Алга-алга кетті. Алга Қазақстан. Иә-иә. Тұл сұрау ақ тұр. Точно. Там самый супер, вон та выше, вот самая верхняя, которая точка. И вот еще на туда я пойду сейчас, Андада. Красота. Красота. Очень красота. Все, я поднимаюсь выше. Прекрасно. Дальше мы поедем на Бозжыра. Где-то еще полтора часа, и мы, наверное, прибудем туда. Бозжыра. Буду освещать. Буду освещать. Бозжыра. Красота. Прям вот хочется аж туда вот упасть, полететь, побежать. Очень красиво. И атмосфера, и какая-то особая здесь сила такая, вот энергия, энергетика особая. Здар! Каласдар! Алха, алха, тех алха! До конца! Все. Я иду наверх. Вот туда.